Здравствуйте. Здравствуйте. Мы находимся на Садоводе. Большой рынок. Корпус новый Б, ряд А, павильон 35-37, элитная женская обувь. Очень большой выбор. Производство Турция, фабричный Китай. Если вы досмотрите ролик до конца, то не поленитесь, сделайте скриншот понравившейся обуви. Мы работаем и в розницу, и оптом. А наличие размеров или вообще, может быть, уточнить цену на опт, вы всегда сможете уточнить по номеру, который будет стоять под этим видео. Поэтому мы рады будем, если вы досмотрите этот ролик до конца. Сегодня будут новинки, в основном летней коллекции. Ну и, конечно же, немножко туфли и лоферы. Хотя нет, наверное, вряд ли. В основном будет летняя коллекция. Поэтому с вами Ирина. Галина. Ну что, поехали? И я представляю вашему вниманию вот такие вот оригинальные саба на лето. Одна, они как бы вообще как будто бы с разных. Одна нога правая идет через палец, а на левой ноге идет просто вот такая вот, как тоже через палец, но уже с такой пряжечкой. Шикарная модель, на мой взгляд, такая необычная, оригинальная. Это от фирмы Грациано, такие саба. Летние, очень мягкие, кстати, шикарные. Вот по колодке они просто безумно удобные на самом деле. Идут они с 36 по 40. 40, к сожалению, пока продали, но, возможно, еще появятся они, потому что модель действительно достойна. И цена у них 7800. Я считаю, для Грациано эта цена прекрасная просто. Новинки. Турецкая фирма. Это все кожа. Золото, такое слабое золото, также эта модель есть в серебре, идут они вот через палец. Я, кстати, обожаю вот такие модели, потому что они мне прям идеально подходят, нигде ничего мне не натирает, не знаю. Это все индивидуально, конечно, и модель идет с 36 по 40, цена у этой модели 7200, есть еще, напомню, в серебре. А, застежка вот такая вот, здесь липучка, и она так вот отстегивается, снимается. А на правой ноге... Они тоже есть в белом цвете и черный лак. Модель идет с 36 по 41, кстати, тоже Турция. И цена у этой модели 6500. Вот они на самом деле очень-очень легкие обе модели. На ноге я их вообще не чувствую. Шикарные модельки, на мой взгляд, на лето. Прекрасно и стильно, и удобно. Шикарные саба, яркие, на мой взгляд, на лето вообще. И у них, кстати, колодка такая необычная. Видите, новая колодка, вот если посмотреть даже. Видите, и сами по себе они очень-очень мягкие. Это все кожа, конечно же. Идут они с 36 по 40. Цена у этой модели 5800. Легкие тоже, и фиксация, кстати, очень хорошая. Здесь еще идет, вот видите, резиночка. Поэтому на подъемчик они тоже будут прекрасно. И вот такие вот новинки тоже на этой же колодке, как на предыдущих. А здесь вот кожа мягчайшая, просто бантики вот эти сейчас очень модные. А идут они тоже с 36 по 40, цена у этой модели 6500. Вот они на самом деле очень мягкие, невероятно удобные. Кожа мягчайшая, здесь видите, она как одинарная кожа идет, без подкладочной. Поэтому на ноге они просто мягчайшие. Получили также вот такие вот аккуратненькие, более классические саба, на мой взгляд. Здесь вот и мысочек аккуратный на подошве. Модель на левой ноге идет такое темное серебро. И также есть еще светлое серебро. Две расцветочки, пожалуйста. А модель идет с 36 по 40. Цена у этой модели 5800. На правой ноге тоже цветов еще больше. У этой модели я вам сейчас покажу все расцветочки. Вот такой беж, белый, золото, серебро и черное. Ну и у этой модели тоже с 36 по 40. Цена этой модели уже 6500. Они очень хорошо, кстати, фиксируют ногу. Вот, потому что, во-первых, фиксация идет от пятки. И легкие сами по себе, они такие, видите, подошва на гнется, не пластик. А
Также представляю вашему вниманию вот такие вот шлепки на лето, кожаные. Это все Турция. У них подушечка, кстати, очень мягкая. Это модель в серебре, в золоте есть, но они уже 38 только размеры остались. А так модель идет с 36 по 40. Цена у этой модели, простите, так, 5800 у этой модели цена. 5800, а на правой ноге тоже легкие, вообще невесомые. Здесь идет такой вот перекрест. За счет этого они очень хорошо идут, конечно же, на широкую ногу. Видите, тут прям такая полнота у них очень хорошая. И мне на косточку они нигде ничего, но они мне по полноте широковаты, скажем так. А модель идет тоже с 36 по 40. Цена у этой модели 6300. Это все кожа. Здесь, кстати, кожа, видите, одинарная. Внутри нет подкладочной ткани. За счет этого они вот на широкую ножку очень легко поддаются даже разноске. Также представляю вашему вниманию вот эти вот Саба Грацианы. Идут они на застежке. Здесь идет такая вот имитация, скажем так. Это ничего не дает. Это просто как для дизайна. Модель идет с 36 по 40. Цена у этой модели 9500. Очень мягкие. И фиксация прекрасная на подъеме. Вот такие вот новинки. Стильные, оригинальные. Они идут в серебре. А также есть они вот черненькие. Все это кожа. И модель идет с 36 по 40. Цена у этой модели 7500. Здесь тоже пряжка как бы регулируется. Вот эта вот часть. И она... Можно ее отрегулировать на любой подъем. Модель довольно-таки такая, можно сказать, не на узкую ногу. Здесь прям у меня все свободненько. Также представляю вашему вниманию от фирмы Грациано вот такие вот мюли. Интересная модель. Закрытые мысы всегда не актуальны. Модель идет с 36 по 40, цена 11500. А рядом бюджетный вариант. Вот такой вот контраст по ценовой политики. А модель идет тоже золото, серебро и черные. И, бежевые еще есть, молочные. Модель тоже с 36 по 40, но цена этой модели 4300. Босоножки кожаные. Модель с 36 по 40, цена этой модели 6900. Вот на самом деле очень-очень легкие, удобные. Просто на мне 36 размер. Семерку уже продали, она мне немножко поддавливает. Но они размер идут. А так легкие-легкие вообще. И очень оригинально, на мой взгляд, сделано. Под офис, на офисные тоже подойдут. Под офисную одежду. Саба закрытый мыс. Такая вот плетенка. Беж. И есть они еще чисто черные. А модель идет тоже с 36 по 40. Цена у этой модели 6300. Ножка дышит. Здесь идет полностью плетеночка такая. Очень оригинальненькая. Кожа мягкая. Очень стильная модель, босоножки вот на левой ноге у меня в молочном цвете. Они есть еще также в песочном, чуть-чуть посветлее, чем вот эти вот туфельки. А модель идет с 36 по 40, цена модели 6500. Мягкие, удобные, кстати, вот на самом деле здесь вот нога прекрасная у меня чувствует. И цвет прекрасный на лето. Также представляю вашему вниманию вот такие вот лоферы. Мягчайшие, просто невероятного, мягкие. Они, знаете, вот прям гнутся, и кожа хоть и с подкладочной, но они очень-очень мягкие. Они идут в четырех цветах. Вот голубенькие, песочные, такой кремовый, наверное, скажем так, и белые. Модель идет с 36 по 40, цена у этой модели 7300. Очень мягкие и удобные. Мягчайшие босоножки вот на мне в светлом цвете, также они есть черные. А на самом деле они вот серия комфорт. Мягкие-мягкие, очень удобные. Модель идет с 36 по 40. Цена у этой модели, господи, только посмотрела, 5800. 5800 у этой модели. А на правой ноге у меня Саба, тоже новинки. Ну, пряжка такая прям аккуратно смотрится. На мой взгляд, модель идет с 36 по 40, цена у этой модели 6500. Легкие и очень удобные. От фирмы Аскалини предлагаю вашему вниманию босоножки с закрытым мысом, плетенка, лак, все натуралка, конечно же. Модель идет с 36 по 40.
по цене 6500. Вот несмотря на то, что Аскалини обычно на широкую ногу, эта модель, я не скажу, что она на широкую ногу, она на среднюю ногу. А так, в целом, очень удобная, аккуратная модель. Предлагаю вашему вниманию новинки, босоножки, вот такие вот яркие, довольно-таки нарядные. Это замша, стразики. Они также есть молочные, но молочные будут в коже без страз. Поспокойнее модель, но тоже на ноге очень оригинально на лето смотрятся. Вроде как закрытый, но в то же время ножка дышит. Модель идет с 35 размера. Модель идет размер. У меня 37 размер и на мне 37. С 35 по 40. Цена у этой модели 6900. Продолжаем. Вот такие вот новинки. Очень оригинально смотрятся. И нарядно, и в то же время вроде как каблук позволяет на каждый день. Стразы для любительниц страз. Предлагаю вот такие вот саба на каблуке, на умеренном, от фирмы Ted Space. Модель идет с 36 размера по 40. Цена у этой модели 4500. Ну и также от этой же фирмы предлагаю вашему вниманию саба пониже каблук. Здесь идет сетка такая вот, тоже небольшие стразики. Тоже они идут с 36 по 40. Цена у этой модели тоже 4500. Новинки, турецкие модели, такие вот стильные. Эта модель, наверное, она из года в год, скажем так, всегда актуально для любительниц высоких босоножек. Я не знаю, как правильно они называются, если честно, да, я за терминами особо не слежу. А модель идет в двух цветах, черная и белая на черной подошве. Идут они с 36 по 40. Цена у этой модели 7500. И здесь вот идет резинка на подъемчик, тоже они прекрасно, с двух сторон резиночка идет, молния, то есть застегиваются они сзади, но обычно такие модели, они и застегиваются сзади. Кожа мягчайшая, и здесь нога себя чувствует прекрасно просто. Вот на самом деле они очень-очень удобные. А представляю вашему вниманию вот такие новинки босоножки. Ну, как видите, они на подъемистую ногу, на моей без подъемистой ноги они, ну, смотрятся не айс, но тем не менее. У кого подъемчик высокий, они будут прекрасно. И модель идет в серебре, и есть еще также золотые, золотистые они. Модель идет с 36 размера по 40, цена у этой модели 6400. Модель на правой ноге, очень легкие, кстати, такие аккуратно смотрятся. Модель идет с 36 по 40, цена 5800, правильно я сказала? 5900, простите. И продолжаю показ новинок. Вот такие вот босоножки на среднем каблуке. Перфорация идет у этих моделей. Хочется показать, наверное, все-таки побольше расцветок и моделей, потому что они все совершенно разные. Вот у них, видите, у этой вот такой каблук, и расцветки разные. Вот такие вот цветные. Вот эта вот модель идет... Каблук другой и мысочек разные, мыски разные. Есть также золото. И вот такие вот белые, золотистые. Видите, цветов просто очень много. Поэтому хочется показать все. Но, извините, времени у нас все-таки ограничено. Время у нас. Поэтому показываю то, что увидела в данный момент. А модель идет... Вот все эти модели идут, они с 36 размера. По 40, и цена у этих моделей у всех 1 6 800. Это все Турция, кожа, натуралка. Они все перфорация, сквозные вот эти вот маленькие отверстия идут. И все каблучки невысокие, до 5 сантиметров. И также представляю вашему вниманию от фирмы Грациано вот такие вот очень элегантные туфли. В серебре они закончились уже очень быстро. И такие вот бежевые. Модель идет с 36 размера по 40. Цена у этой модели 7300. Для Грациано, я считаю, кожа, натуралка все. Очень такие стильные и элегантные туфли. Леопард продолжается. И на моих ногах вот такие вот летние туфли. Перфорация идет у них.
Перфорация не сквозная, по-моему. Нет, сквозная, вру. Сквозная, легкая такая, прям мелкие-мелкие перфорированные дырочки. А модели идут обе с 36 размера по 40. Цена у этих моделей 6900. Кожа очень мягкая. Это лазерная обработка кожи. Поэтому они больше как к замшевым похожи. Но все равно вот легкий такой оттенок, очень приятный. От фирмы Грациано мы также получили вот эти вот мокасины. Они не новая модель, они уже у нас были, но добавились расцветки. Расцветка золото и серебро. Они новенькие. Есть они также оранжевые, бежевые, черные и молочные. Модель идет с 36 размера по 40. Все цвета не показывают. Вот просто повторюсь, что есть еще бежевые. Это молочные, есть бежевые, а черные и оранжевые. Модель идет с 36 по 40. Цена у этой модели 8500. Ну, мягкие, удобные, как и все, в принципе, мокасины. Ну, такие вот более женский вариант. Модель идет даже не бежевый, он какой-то сиреневатый немножко оттенок. И также есть они в черном цвете. Модель идет с 36 по 40. Цена у этой модели 5900. Немножко маломерят. Прям мне 37, но они прям маломерят. Пальчик у меня упирается. Поэтому имейте в виду, лучше на размер больше. Ну и также представляю вашему вниманию вот такие летние туфли. По бокам они открыты. На ремешке. И с этой стороны, с внутренней, тоже идет вырез. Здесь идет перфорация. Мелкие дырочки. Ножка дышит. На лето вообще прекрасный вариант. И среднеустойчивый каблук. Очень удобная колодка. Вот нога моя в них отдыхает. И расцветок к тому же так много. И все они красивые. Вот модные, современные в этом сезоне. Золото и серебро, конечно же. Леопард приглушенный. Молочные, черные. И вот эта вот такая расцветка тоже мне она очень нравится. Модель идет с 36 по 40. Цена у этой модели 6800. Новинки на лето. Я не скажу, что это кроссовки, не скажу, что это туфли. Я не знаю, как они называются, но они шикарные. Они очень комфортные, мега комфортные, правда. На мне вот оливка и джинса, а также есть они в белом цвете. Тут вот и перфорация. На лето, на мой взгляд, это вообще шикарно просто. Здесь вот идет как бы небольшой как стелька, как с супинатором. Не знаю, нет, она не съемная, но такая хорошая стелька здесь. А модель идет с 36 по... Угу. Они большие размеры тоже есть. До 42-го, девочки, идет модель. И по цене они 6300. Новинки, кроссовки. Они идут черные, бежевые и белые есть, но белые с черным... Но их уже очень мало там размеров, по-моему, 2 размера осталось. Поэтому даже, наверное, показывать не буду. Модель идет с 36 размера по 40. Цена у этой модели 6500. Невероятно удобные. И они идут размер-размер, кстати. Что очень редко бывает, но у кроссовок. Ну, мягкие. Прям моей ноге настолько в них комфортно. Правда, очень-очень удобные. И смотрятся они вообще классно. Новинки, босоножки с закрытым мысом, бежевая небольшая платформочка. Модель идет с 36 по 40, цена у этой модели 6300. Вот, мягчайшие, на самом деле, мягкие. Здесь на косточку мне прекрасно, они вообще нигде ничего не давят. А на правой ноге более открытые босоножки. Ну, продолжается леопард, скажем так. Каблук здесь такой оригинальный. Повыше каблук здесь уже идет. Ну, тоже оригинальный такой интересный каблук, необычный. По колодке нога у меня здесь, по-моему, очень даже хорошо легла. А модель идет с 36 тоже по 40. Цена у этой модели 7300. Новинки. Мы получили новинки. Вот такие вот оригинальные, изящные, аккуратные и очень удобные. Даже моя косточка, как видите, она очень хорошо там улеглась. По колодке шикарно, очень удобные они, прям весь, вся стопа лежит у меня. Поэтому для выпускниц, которые ни разу не ходили у нас некоторые на каблуках, я считаю, что эти модели будут прекрасны. К тому же их очень много цветов,
Возможно, что-то я еще не захватила. Модель идет с 36 размера по 40. Цена бюджетная 3800. Я вам представляю новиночку от фирмы Absent. Кожа, лаковое покрытие идет, очень мягкие, очень удобные. У меня на ножке сейчас 41 размер, они идут по 43. На очень большой подъем, а они не подойдут. Они на бесподъемную ножку, пятка высокая, подошва мягкая, нестираемый каблук. Цена 5500. С 36 по 43 размер. У нас сейчас обзор идет больших размеров, которые идут с 36 по 43 размер по цене 6800 от фирмы Байонезе. Замша натуральная. Вот эта фирма Байонезе, Мелани, Грациана, они эко-кожу не делают. Это все натуральное, которое внутри идет. Кожа, ножки не горят. Легкие, удобные, невесомые. От фирмы Woman на очень большой подъем идут. Прямо очень большой. Тянется здесь шнурок, резинка идет. Натуральная кожа, стелечка съемная, разные расцветочки. С 36 идут по 43. 5800. Турецкие очень легкие, мягкие, удобные, вообще невесомые. Они идут с 36 по 43, вообще воздушные. Прямо подошва амортизирует, очень красивая такая, разные расцветки они у нас. По цене, если стандарт, 6800. Баталы идут, которые с 40 по 43, 7300. На левой ножке новиночка. Перфорированная кожа, Турция, стелечка съемная, все натуральное. По цене 6500. Они идут с 36 по 43 на широкую, хорошую такую ножку. От фирмы Woman мягкий, удобный, подошва каучук на любую полноту, любой подъем. Они вот хаки идут и серые. Они идут с 36 по 43 размер. Тоже стелечка съемная идет. Все натуральное. Вообще ножки отдыхают. По цене стандарт 5500, которые идут с 39 по 43, 5800. Специализируемся на большие размеры, которые идут с 39 по 43, но есть модели повторяющие, которые идут с 36 по 43. Вот эта модель идет с 36 по 43 по цене 4800. Кроссовочки такие модные, новые. Модель хит продаж. Она у нас была ботинки зимние, тоже по 43. Ботинки осенние по 43, с 36 по 43. Туфельки даже с 33 у нас бывают по 43. Очень удобные на любой подъем. Хорошо одеваются на ложку. Тоже шнурок идет, резинка. Подошва завышена. Модель легкая, проверенная. Стелечки съемные. По цене 4800. То моделечку мы повторяем в каждый год. Легенькие, удобные. Фирма Marco Mactini. От Турции идет. Перфорированная кожа. Вообще никакого ухода. Туфельки легенькие, удобные. Они как мокасины идут. По цене 6800. Вот эти модели у нас идут с 36 по 43 размер. Легкие, удобные, невесомые. На любую ножку. На мне новиночка тоже. Каблучок чуть-чуть выше идет. По цене 6800. С 36 по 43 размер. Я повторяюсь. Мягенькие, легкие, удобные. Моделечки есть, которые и в стандарт, есть и в баталы. Очень красивые. Невесомые.
Вот такой вот мыс есть. Вот такой чуть-чуть пошире, на очень широкую ножку. По цене 6800. Они идут с 36 по 43. Глубокие бортики, глубокий каблучок устойчивый. Можно как бы и на каждый день, и на праздник. На левой ножке от фирмы Scalini. Это 41 размер, они даже идут на 42. Большемерят. Если надо 42, то идут на 43. Лазерная обработка на очень широкую ножку по цене 6800. От фирмы Португалия идут вот такая вот анатомическая стелечка, она на липучке, пальчики открыты, вот здесь вот все открывается, и здесь, вот все липучки открываются на любую полноту, легенькие, удобные. По цене 8500, они идут с 36 по 43, вообще невесомые. А так ожидается очень большой выбор. У нас всегда поступление товара, все вовремя, все размеры есть. Приезжайте, будем очень рады. Дорогие друзья, мы рады были, что вы досмотрели наш ролик до конца. И будем рады видеть вас в нашем павильоне, торговом комплексе «Садовод», корпус Б, ряд А, павильон 35-37, элитная обувь. Пожалуйста, приезжайте, будем очень рады. Подбираем на любую ножку. Мы можем даже, если онлайн, можем измерить вашу стопу, вы можете измерить стопу и... Подберем и на широкую, и на узкую ножку. Поэтому пишите, не стесняйтесь. И приходите, мы всегда будем рады видеть вас воочию в нашем павильоне. С вами была Галина. Ирина. Пока-пока. Пока-пока.